Всем привет! Это мое первое видео. Вот такая вот говорящая голова. Я снимала какие-то видео до этого, как я работаю. А вот так вот поговорить первый раз. Странное ощущение. Особенно, когда видишь себя. Я сейчас не снимаю ни на какую камеру, ни на телефон, ни на еще что-то. Я просто включила на ноутбуке видео. Нашла, что можно так снимать. Решила попробовать. Вот. Давайте знакомиться. Меня зовут Мариетта. Я художник. Я пишу картины. У меня много картин, которые уже готовы. Пишу на заказ. И очень люблю это дело. Почему-то я так кривлю лицо. Потому что вижу себя, видимо. Это странно. Вот. В общем, идея такая. Головы тут особо не будет никогда. Я хочу просто снимать, как я пишу картины и выкладывать в YouTube. Вдруг кому-то интересно следить, как человек работает. Это же прикольно. Музычку буду вставлять. Вот. Ну, я сама люблю смотреть, как люди рисуют, как люди убирают, как люди готовят. И решила тоже попробовать такое поснимать. Вот. Ну, для первого раза ок, наверное. Не судите строго, простите, лайкайте. О-о-о. Лайки, комменты, приветствуются. Теперь я тоже могу так говорить. А еще подписывайтесь на мой канал. Ну ладно, на связи.